слишком неопрятного образ жизни у нее, скажем так. Ну, схоже, давай, Саша, ну, распакуй. С ее прошлыми отношениями. Ты сказал, что она эскортница. Нет. Я сказал то, что у нее круг лиц общения эскортницы. И я с одной из девочек созвонился. Нет, ты вчера назвал ее эскортницей. Это так вот, Анька Мадан, когда мы с ней в лесу разговаривали, она так услышала. Это говорил ты на кухне, я вообще по-другому преподнесла. Ох. Уже достала. Вчера мы сидим в лесу, разговариваю с Беном. И он типа там говорит, что вот, меня Саша уже оскорбляет, что-то там. И говорит, что я ей угрожаю. А я ей только написал сообщение. Я говорю, какое сообщение ты написал? Он мне зачитывает это сообщение. Так. Я у него спрашиваю, а что за информация? Эскорт, не эскорт? Он типа, ну да, у меня есть там знакомые эскортницы, которые там тоже знакомые с Сашей. Они мне кое-что сказали по телефону. Я говорю, у тебя есть это в подтвержденной информации? Или как бы, знаешь, как каждый может балабулить? Конечно. Он типа, да, конечно, но мы это, об этом разговаривали по телефону, но она мне об этом может написать. Все, я пошла на кухню, потом спустя несколько часов мы что-то там, речь зашла про Сашу, там был Давид, и мы поговорили, я говорю, что вот так и так, типа информация о том, что, по-моему, Саша занималась эскортом, потому что там вот у Бена такая информация, девочки ему рассказали. Все, потом я слышу, что я балаболка, что я там что-то придумала и так далее. Бен. Телефоном сыгрался, просто вот так вот сделали факт, ну выводы сделали определенные. Нет, я сделал выводы ты, и ты начал всю эту кашу. Ну хорошо, я ее не оскорблял лично. А для чего? Вот скажи. В смысле, ну мне неприятно. Подожди, ты сказал, я тебя выведу на чистую воду, что в тебе разочаруются все. Разочаруются в том, что среди там ее каких-то подружек есть эскортницы? Или что? Или есть какая-то другая информация? Просто из-за того, какой человек на самом деле себя тут показывает. Так. А на самом деле? На самом деле. А какая она? Ну, пускай Саша сама скажет. Саш, скажи, какая ты есть на самом деле? А почему это я должна это говорить? Ты же пытаешься меня отпустить. Так ты говори своими словами, как ты меня видишь, какая я. Давай, говори. Говори. Я вам просто скажу такую ситуацию. У меня прошлые отношения, которые, знаете, на протяжении полугода, которые были с девочкой. Послушай, смотри. Послушай. Нет, посмотри, давай не про твои прошлые отношения. Какая Саша? Я хочу про Сашу знать, я не хочу про прошлые отношения. Далеко не по девочкам. Хорошо, которая какая? Занимается кексом, блин, с иностранными гражданами, так скажем. Короче, за материальные блага она имела волшебство с другими людьми, да? И Саша. Вот. И проституция — это где платят деньги, и девушки ездят на выезды за границу. А тебе давали вкусняшку. Нет, стоп. То, что она это присваивает к этому, это не имеет никакого отношения. То, что у меня были отношения с иностранцем. Какие отношения? Сейчас говорю я. Хорошо. Так. Эскорта проституция, милая, это про тебя. Про меня это то, что у меня были отношения с иностранным гражданином. И неважно, в каком контексте, это волновать его не должно. У всех были какие-то отношения серьезные, где вместе пара строила отношения. У кого-то были чисто половые. За что меня тут должны унижать? То, что у меня были отношения. Его это волновать не должно. А он именно прицепился за это и присвоил то, что это эскорт.